Та, что жизнь подарила. В воскресенье свой праздник будут отмечать все мамы страны. А некоторые челнинские, главные люди в жизни каждого человека, уже сегодня принимали поздравления. Во дворце торжеств чествовали многодетных мам, мам, в сердцах которых нашлось место и сиротам, мам, чьи дети работают на благо страны и прославляют набережные Челны спортивными и творческими успехами. Сегодня этот зал похож на огромный букет цветов. В нем царит аура материнской доброты, любви и нежности. Еще великий Бальзак сказал: «Будущее нации в руках матерей». По традиции мамы получили в подарок платки, а одной из них мэр города вручил юбилейный 20-тысячный сертификат на получение материнского капитала. Также для приглашенных на торжественное мероприятие подготовили маленький концерт. Разговаривая с папами в союзе отцов, мы пришли к выводу, что роль мамы, женщины, она не только незаменима, она колоссальна, важна, она необъятно велика. И мы восхищаемся материнской любовью, терпением, нежностью и жертвенностью.